четверг в Самарской области пасмурно, пройдет дождь, местами сильный. Температура воздуха в дневное время плюс 4, плюс 8 градусов, ночью минус 1, минус 3. Ветер западный, юго-западный, скорость 5-8 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем плюс 3, ночью минус 3 градуса, ветер западный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде сильного дождя, днем 4 градуса тепла, ночью 2 с минусом, юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет дождь, днем плюс 6, ночью минус 2, ветер юго-западный 6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 92%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.